Орловской певице Наталье Куприяновой не хватает средств на клип. Недостающая сумма составляет немногим больше 30 тысяч рублей. Деньги певица начала собирать на электронной площадке. Орловчане могут присоединиться к сбору. Нужна небольшая сумма, на самом деле, всего 33 тысячи, для того, чтобы осуществить новый клип, снять его опять в Санкт-Петербурге, где у меня уже работает моя группа, с которой я уже много лет работаю. Клип на мою песню, которую очень многие любят, «Верую, люблю». За определенную пожертвованную сумму орловчане могут быть вознаграждены. К примеру, певица укажет дарителей в титрах или же отблагодарит через свои социальные сети.